Здравствуй, Химки. Город Москва, привет. Мы тут. Друзья, мы приехали. На дворе 29 сегодня, Дим? Да. Да, 29 августа 2020 года. Мы приехали в первую Икею в России, первую Мегу, как бы, да, можно сказать, флагманский магазин. И посмотрите, что у нас здесь встречает. Толпа народа. Давай, зум. Увеличьте, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, пока я буду голосом за кадром. Ребят, мне очень интересно, это всегда так? Это когда началось? Просто когда нам подписчики писали, ребят, езжайте пораньше, ну, мы с Димой думаем, ну, будет там очередь, как в Ростове, человек 20, да, так? Минут 15 мы постоим, и все. В общем, сейчас, наверное, будет следующее. Я шустренько включу сгребатор и урулю в Мегу, а Дмитрий Юрьевич, потому что он в очень теплой кофте, он продуман, будет стоять в очереди и ждать. Ну что, мы прорвались в Химки. Простояли мы сколько? Около 10 минут. Я думаю, побольше, минут 20. А сразу в первом интерьере чем зацепило? Студия, фактически. Ну, только, да, не показана ванна. И сейчас пробежимся по локации. На самом деле удобно, потому что студии сейчас, как мы уже говорили, набирают популярность, и даже в цене они очень сильно выросли. Дим, повернись сразу, раздел кухни. Самый бюджетный киевский холодильник, ну, из миник я имею в виду. Кухня Knusshult. И что мне понравилось? Индукционная плита, которую фактически вы вешаете, да, когда она вам не нужна, нужно, достали, приготовили. Но это помещение для одного человека, когда кухонный стол служит же и... Немного уточню, больше всего подойдет для общежития. Ну, либо общежитие, либо маленькая студия, потому что студия сейчас 15-18 квадратов, Дим. То есть те же студии. Маленький стол. Раздвижной, кстати, ванка-то здесь. Но здесь, конечно, за счет чего смотрится? Черно-белое все. Каких-то лайфхаков дополнительных здесь нету. Просто именно само вот распределение мебели и цветовой гаммы. Ребят, тоже такое большое довольно-таки помещение. Что понравилось? Сильно необычного, тоже ничего не нашла. Но вот эти вот шторы с карнизами, гординами Видго очень часто обращаются, что нужно легкое зонирование сделать. Не стену, а все равно какое-то небольшое уединение, легкость такую сделать. Больше всего зонирование штор у IKEA Казань, по-моему, было представлено. Да. Прям они вот очень любят зонировать вот эту ткань. Ну, здесь вот мы вот это нашли. Это не новинка, Englari, они очень легко смотрятся, ну и с Хемносом сочетаются, соответственно, все цветочки с цветочками. Но для меня вот это, я не люблю просто вот это шторное зонирование, у меня ассоциативный ряд, у бабушки так было раньше в детстве, большое помещение, которое вот разделено было вот такими вот шторками. Идем потихоньку по магазину, народу очень много, кстати. Смотрите, что понравилось, вот все категории, самые низкие цены сосредоточены, ну, практически все товары в одном месте. Чем это удобно? То есть вы, попадая в эту зону, понимаете, что, например, дешевле подстилки, либо там дешевле подставки под ноутбук, вы не найдете. То есть дальше искать нет смысла. Если вы ищете, да, какую-то бюджетку, что вот вы здесь в одном месте все взяли и пошли дальше. Дим, можно я воспользуюсь служебным положением и сделаю маленькую рекламную вставочку? Ну, давайте попробуем это сделать. А, ребят, вы, многие из вас подписаны на наш Инстаграм, это показывает и статистика канала, и вы сами об этом пишете. И вы знаете, что помимо того, что мы линейные предприниматели, мы еще и сотрудничаем с брендом Siberian Wellness. Это сетевая российская компания, очень крупная. И я хочу обратиться к подписчикам именно из Казахстана, ребят. Мы сейчас заходим в эту страну, компания уже давно в этой стране работает. Мы сейчас заходим именно в поисках активных партнеров. Почему именно Казахстан? Товарообороты просто бешеные. Продукт в стране любят до такой степени, что под запись даже, да, как в советах раньше стенки под запись, здесь наш продукт под запись, то есть разбирается мгновенно. И есть у вас возможность, кто находится в Казахстане и кто хочет быть с нами в одной команде, попасть именно сейчас, в последний вагон. Почему именно сейчас? А. Компания на пике. Б. Продукт востребован до космоса. И В. Мы сейчас активно в ресурсе ищем партнеров. Потому что дальше, да, мы будем все выше и выше подниматься, уходить в более высокие ранги. Будем обрастать большим количеством партнеров и будем уже меньше сами брать людей себе на сопровождение, потому что команда растет, от них, ну, как бы времени, да, на команду нужно уже больше и больше, и уже индивидуально новых мы вряд ли будем кого-то брать, то есть мы будем их вас отправлять только к кому-то, да, к своим. Так что имейте это в виду, кто хочет, все наши контакты есть под видео, пишите, мы все вам поможем. Ну, а если кто обратится за Россию, мы тоже не против. Конечно. Да, любой из другой любой страны, потому что компания в 65 странах мира представлена.
Пойдем дальше Икею смотреть. Нашли очередной интересный момент. Кстати, хочу отметить, у Самары точно такое же, да, раскадровка по цвету, но здесь привязано вот к этим шторам. Дим, покажи, пожалуйста, к Майгулу. Ну, к сожалению, темно. Хоть мы и жаловались на Самару, что здесь еще темнее. Здесь вообще тьма. Пойдем поближе. Смотрите, когда... Фонариков ходить везде надо будет. Подсветить? Ну, вроде более-менее, попробую. Когда нет возможности, да, какие-то дополнительные консоли повесить, либо панели, пожалуйста, вручать струна Deglinet. Очень классно, вот для таких вот штучек. Дальше еще хочу отметить самые бюджетные полки икеевские. Они им сменили название, сейчас они называются Бургульд Сибагульд. Матом не ругайся, да? Под книги. И еще, смотри, полка Масленда, она чуть-чуть сзади дивана, чуть-чуть прям. То есть диван, получается, опирается на нее, но у вас остается пространство, где можно заставить все это дело. И вот сюда развернись, это прям самый бюджетный вариант гардеробной, бюджетнее некуда. Здесь у нас обкус, и к обкусу под шторку загнали штанги мулик для одежды по 300 рублей. Они раздвигаются, то есть для верхних шмоток. Ну, единственное, что вот занавеска, кому нравится, кому не нравится. Очень темно. Очень темно. Мы в отделе диванов и кресел. Ну, ребят, вот ничего необычного не могу отметить в Химках. То есть стандартная раскадровка. Единственное, очень напоминает мне стамбульскую Икею. Прям вот очень-очень-очень. И по постановке, и по помещениям. Пойдем дальше, может, что-то еще интересное накопаем. Нашли маленькую уютную гостиную, все в бежевых цветах. Что хотим показать? Вы же знаете, что у Мики изменились цвета и добавился Мики под беленый дуб. Так вот, Мики под беленый дуб, это полностью по цвету совпадает с Best of Love Weekend. Даже, Дим, поближе можно? Даже прожилка у них, ребят, одинаковая. Это к тому, что если вы хотите, чтобы у вас в гостиной стоял письменный стол в цвет, то Best с Мики со всеми, в принципе, сочетается. И белый, и коричневый под беленый дуб. Покажешь поближе фактуру? Люди поверят. Все. А вот сочетание Беста. С чем? С Калаксом. Да как, ну, это Пакс, мы уже это показывали миллион раз. Да? Да. Мы в помещении 39 квадратных метров, стилизация под картинную галерею. Не знаю, для меня хаус, Диме понравилось. Вот такое хаотичное расположение всех картин. То есть ассоциативный ряд, что ты находишься в картинной галерее. Мне понравилось, хочу объяснить своими словами. В тот момент сама концепция подвески картин. Ну а на чем они? На веревочках? Ну конечно, конечно. Смотри, они в принципе за карниз хугот подвешены, вот это вот интересно. Вот. То есть и шторы, все по кругу соединено в одну металлическую конструкцию. На часть подвешены шторы, вот в тот угол переведи камеру. Ну сейчас повесим, покажу мой вот. И что дальше? И дальше, дальше, да, переход именно на картины. А еще смотри, хочу что ответить. Софит Омлоп, его же постоянно берут к шкафам, но его можно встраивать и в любую стену, в любую гипсокартонную конструкцию. Не обязательно покупать, ну, как бы, икеевское, адекватное по качеству и по соотношению цены. Ребята, очередная кухня-гостиная, в принципе, Икея любит это делать. Нет, к сожалению, квадратуры. Что хочу отметить? Новые фасады икеевские, да, вот эти бордовые, очень красивые. Ну, на них мода сейчас. Я бы не сильно влюблена в этот цвет, но вот они имеют место быть. Они классно сочетаются, Дим, переводи камеру, с Беста. Беста глянец фасады и точно такие же бордового цвета. То есть если вы где-то, да, хотите скомбинировать, и почему именно это акцентирую внимание, очень часто не хватает людям больших шкафов каких-то Беста. И от метода можно поставить шкаф, смотри, да, за который, допустим, для встраиваемого холодильника. Его же можно облицевать панелями и сочетать можно с Беста. Будет очень красиво, стильно смотреться. И еще, Эл Варли, она, в принципе, выходит скоро из ассортимента. Ну, который год ее уже выводит, пока не вывели. Эл Варли можно сделать в качестве разделителя пространства. То есть не стенку какую-то, да, из гипса делать, а вот такое вот разделение сделать. У вас получается условное зонирование, при этом есть место там, да, для письма, для хранения, для каких-то других дел. В общем, два в одном, вы убиваете сразу двух зайцев. Пока интересных решений, честно, не увидела. В этом плане Самара мне больше понравилась. Самое стандартное применение икеевского стеллажа Калакс 3 ячейки на 4 в качестве вот такого разделителя рабочего пространства с комнатой. Почему показываем? Ребят, это банальщина, но ее нет на сайте и ее практически нет ни в одном магазине. То есть только где-то в фотографиях
подписчиков, да, клиентов IKEA. А это вот вам живой вид, как может выглядеть рабочая зона полноценная со стеллажом Калакс и диваном Безинги в пару. Опять же, маленькое помещение, типа общежитие, мини-студия или комната в квартире, где живет там один, допустим, студент. Калакс. Небольшой шведский город, расположенный в округе Норботен, неподалеку от города Лулео. Стеллажи серии Калакс сочетают в себе простые четкие линии, выделяющиеся кубический стиль Швеции, родина IKEA. Мы в отделе Калакс в Химках. Нам что понравилось? Дополнительная подсветка и очень компактное расположение. Если в Нижнем у нас как-то так хаотично, в Самаре классно, но сильно растянуто, здесь все в кучу компактно собрано. Единственное, что мне не хватает, они практически на все ящики сделали одинаковые ручки. Если бы ручки были разные, было бы сразу видно, как это в одном общем стиле смотрится. Вот она вся эта линеечка Калакса, и в принципе сразу понимаешь, как и где ты можешь его применить. Тут, на взгляд покупателя, становится более понятно. Ты уже... В квартире его как будто да, видишь. Да, ты сам уже, в принципе, в голове более приятно моделировать конструкцию Калакс, чем в других магазинах IKEA. Вот так, а знаешь, за счет чего? По моему мнению. Обычно, да, у IKEA же большие пространства, большие помещения. Когда ты это все потом моделируешь дома, выходит тесно. Здесь узко. Места не сильно много, все компактно расположено, и ты сразу видишь, сколько стеллаж займет у тебя место дома. И, соответственно, стена длинная. Да. Все? Угу. Ребята, еще одно очередное помещение, гостиное, что хотим отметить, что нам понравилось. Вообще, само по себе, цветовая гамма холодная, серая, белая, но за счет добавления бежевых штор Wilburg, плюс к ним добавили новинку, очень классные шторы, фьелиметарты. Но как будут эксплуатироваться, пока непонятно, потому что по ним еще даже ни отзывов, ничего толком нет. И именно вот этот ковер. Сочетание получилось классное и более теплое. И что Дима обратил внимание, я, кстати, даже этого не заметила. Смотрите, стенка Беста, у Беста же две глубины. И когда мы, например, делаем сюда, да, вот такое же нагромождение, еще глубокой, получается громадный, как я говорю, гроб на колесах. И вы встаете головой, то есть с дивана встали, головой стукнулись. Здесь вы, получается, совместили приятное с полезным. Нет нагромождения над головой, в этой части в любом случае не достанете, встают отсюда. И плюс вы сохранили рабочее пространство, то есть закрыли столько, сколько вам нужно. И третий плюс, это же Беста использовано в качестве полки дополнительной. Поэтому сочетание очень классное, вот здесь прям дизайнерам респект, мне очень понравилось. Друзья, мы в отделе рабочей офисной мебели, стульев и столов. Вы сами видите, да, здесь просто ажиотаж, народ кипит. Такое ощущение, что все вспомнили срочно, что уже через 2 дня 1 сентября. Тесновато, не сильно комфортно выбирать. Прям, ну, для Химок я считаю, что это мелко. В Нижнем даже помещение чуть побольше, под это дело выделено, под эту зону. Нового, вот честно, пока хожу, даже ничего пока нового не нашла. Я надеялась, что сейчас в Химках мы увидим какие-нибудь ограниченные коллекции, которых нет. Ну, надеюсь, что еще это только начало магазина, что-нибудь будет. По первым 100 метрам прохождения магазина я заметил много заворотов-поворотов. Проход узенький и много вот заворотов. У IKEA Нижней они прямые. Более прямые участки. Как улица. Да, как улица. А тут вот 2 метра поворот, 2 метра поворот. Ну, как-то вот так. Слишком много вот этих заворотов у них. Ну, это особенность. Конструктив помещения. Да, и вот каждый раз валируешь между покупателями, не очень удобно. Все, пытаемся выискать для вас что-то необычное. Вот что необычное. Детская комната. Шары, абажуры, реголит по 149 рублей. Один покрасили обязательно голубым, другой там еще подальше в горошек, то есть несколько акцентов сделали. Как это можно сделать дома? Мне кажется, сейчас, да, мужья, если смотрят, думают, господи, не дай бог моя увидит и заставит все это прицепливать. Ребят, только если карнизы вот эти, да, шины пропускать и на них зацепать. Так как они очень легкие, в принципе, оно может выдержать. Даже я бы использовал струну бы, струна гардина. Ну да, кстати, меньше дырок да, надо будет сверлить. Да, я бы сделал, ну, хотя бы от стенки до стенки 5 Иди сюда. Шин. Угу. И при помощи стяжек я бы разместил хаотичные шары. Те, кто не понял, пишут Дмитрию Юрьевичу в Инстаграм про IKEA. Он вам все расскажет, еще и чертеж нарисует. Кто часто посещает магазин IKEA Химки? Люди, скажите, пожалуйста, неужели это каждый день столько количества народа? Мне жалко посредников, которые работают с Химками, честно, у нас такого нет. И мы к такому количеству народу не привыкли? Нет, даже нам тяжко снимать. Кстати, не знаю, до какого акции, до какого-то сентября, посмотреть надо на сайте, 79 рублей вот эти карандаши, очень классные, мы их берем постоянно, поэтому цапнула две, но я думаю, сейчас Дима отвернется, я еще парочку прицапаю. Значит, детский отдел,
банальное расположение, все квадратом, все вперемешку, в принципе, да, и подростковые зоны, и грудничковые зоны, и просто дофига народу. Что хочу отметить, очень понравилось, и необычно, и очень удобно для нас, покупателей. Все матрасы детские укомплектованы в одну общую ячейку. Чем это удобно? Когда вы выбираете матрас, и бывает так, что вы одновременно покупаете матрас и младшему ребенку, и старшему, и вам хочется примерно, да, одинаковое качество дать детям, и не надо бегать туда-сюда по углам, плюс подсветка, можно вот, да, отогнуть дверку, достать, посмотреть, покрутить, повертеть со всех сторон и понять, какой матрас ваш. Дверки очень, ребята, интересное решение, прям дизайнеры молодцы. Вы сохранили пространство, и при этом у вас все по ячеечкам, все лежит. Поэтому вот здесь в плане выбора очень удобная зона. И главное, что это не за стеклами, как, например, сейчас в Нижнем Новгороде взрослые матрасы спрятаны. Я хочу, но я их не покручу. Мне нужно каждый матрас смотреть отдельно, а здесь они именно вот в общей картинке. Ты сейчас врежешься. Ну, просто скажите, стой. Хорошо. Ребят, Химки, у вас дефицит есть. У вас что здесь? 5 дельфинов живут, и никто их не забирает. За ними вся Россия охотится. А мы в отделе детской. Он продолжается дальше. И смотрите, галерея игрушек. Динозаврики, ой, вообще классные. Новая коллекция офигенная. Дадим динозаврами? Дадим. Что случилось? Да я вспоминаю, комментарии нам оставили. Тань Павловна, дадим. Давай. Я с драгоценностью. Ребят, во-первых, Дим, обрати внимание, табуретка Одвард по всей России стоит 500 с лишним. Здесь стоит 379. Икея. Ну так несправедливо. Мы так не договаривались с вами. А дальше, что еще хочу отметить. Мне очень понравился комод Раст в зеленом цвете. Такой благородный, изумрудный зеленый оттенок. Я надеюсь, Диме хватит мощности камеры это дело показать. Обычно Раст красят в белый, в розовый, такие разные бежевые какие-то, с более нежные оттенки. В зелени мы его не видели еще ни разу. Очень активно смотрится, интересно. Мне цвет нравится, я люблю зеленый цвет. А мне не нравится, что тут тепло. Ну вот поэтому ты не понял, а я поняла. А, еще смотри. Кубис-вешалка. Так, в принципе, можно повесить. Кстати, нам так надо сделать дома, да? Над кроватью, а то у нас вечно валяется. Когда нет возможности, например, поставить тумбочку возле кровати. Вот таким образом можно сэкономить пространство. Еще что хочу отметить. Вот, допустим, вот эти даже карандаши я еле нашла. Ценник. А, не то, что ценник, скидки Химки не подчеркивают. Нет больших баннеров, что вот тут скидка. Просто есть общие цены. То есть нужно к каждому товару подойти, носом в него ткнуться, только потом вы цену увидите. Начинаем потихоньку заходить в гардеробы ПАКС. Эти двери мы уже показывали. Диме очень понравилась вот такая вот мужская, брутальная гардеробная. Почему она мужская? Она вообще само расположение такое, правильное, грамотное подсветка. Я тебя страхую, ты везде опять врежешься. Да. За счет, как минимум, даже подсветки, очень хочется ее купить. Ну, знаешь почему? Потому что ты на нее смотришь и думаешь, что если ты ее купишь, у тебя будет такой же порядок дома. Никогда. Никогда. Но на самом деле открытую гардеробную мы показывали в рум-туре большой дом Альбины. Помните Альбины Балаевой? Вот что-то похожее. Посмотрите, вот да. То есть когда у вас это какое-то отдельное помещение закрытое, это очень удобно, не нужно тратиться на двери. Почему? Потому что двери у икеевских паксов одно из самых дорогих. Я, конечно, себя сегодня чувствую острой КМА, но шмотки деть некуда. А ПАКС Викидаль Фардаль. Новые двери Фардаль в горчице. Очень стильно смотрятся и классно сочетаются с беленым дубом. Вообще, в принципе, хочу отметить, дизайнеры в Химках молодцы. Практически каждая дверь, которая есть, неважно, новые, не новые, они представлены. То есть можно увидеть не на стенде, а увидеть на гардеробе. В этом случае вы будете полноценно видеть шкаф, потому что когда эти двери, заразы, висят просто, их не видно, ты не понимаешь, как у тебя будет это выглядеть дома, как будет выглядеть твой шкаф. Поэтому вот это нам понравилось. Итог по гардеробам. Гардеробам. Ребят, нам понравилось. Места выделено много, света дофига. Дима к свету не придирался, свет идеальный. Света много, достаточно. И что понравилось, что они все идут подряд. То есть и Баксель, и Йонексель, и все опусы, и Лварли, Паксы. Все в одной... Имеется в виду система хранения... Перевожу с икеевского на русский, да? Да. Просто не все знают название. Это мы знаем, о чем говорим, а большинство... Давайте поэтому каркасы, гардеробы. Короче, что открытый, что закрытый...
все системы, в которых можно что-то хранить, представлены в одном комплексе. Бегать, сравнивать не надо. Это удобно для покупателя. Посетитель с номером В98. Не в каждом магазине IKEA так сделано. Мы плавно переместились из отдела гардероба и хранения в комоды. В принципе, отдел компактный, но все представлено. Главное, что достаточно света. Потому что Дима попридирался, да? Ну, не попридирался, на самом деле темно. В классных интерьерах темно, не хватает света. Вот, кстати, разница очень большая, существенная. Вот, практически каждый интерьер в Баскетхимке, он очень сильно затемнен почему-то. Ты даже заходить не особо. Да, такой интимный полумрак в каждом интерьере почему-то. Светлых интерьеров я за всю выставку, наверное, 3-4 интерьера таких. А вон там сзади тебя сейчас будет светлый интерьер, пойдем пока. Ну, это четвертый. От нас IKEA Химки очень тщательно скрывает необычные. Лайфхаки свои. Да. Но и вон еще нашли. Зеркало вижу с хорошей скидкой, аж целых 3000 хемнес. Ну, давайте начнем сначала. В общем, это, ребята, ткань. Точно такая же ткань, в такой же ткани есть и шторы. О нет, точнее сказать, ткань и для штор такая же есть. Когда вам нужно скомпоновать какой-то яркий акцент в комнате занавесок и дополнительно привязать к картине, ну, я считаю, интересно это смотрится, красиво. Взяли подрамник от икеевской самой большой картины и натянули на него ткань. В качестве обрамления здесь идет как бы багетный плинтус. Ну, он по всему помещению. И, Дмитрий Юрьевич, развернитесь, сзади вас хорошая скидка, которую тоже тщательно скрывают. На что? Зеркало Хэмнес, целых 3000. Давайте покажем. Кстати, да, вот смотрите, вот попробуйте различить это. Где правда? В Нижнем Новгороде это более ярко выражено. Да в Нижнем везде висят, вот такие. Да, лишь бы купил. Нет, значит, Татьяна Павловна, итог. Я туда хочу, там светло. Я хотел закончить. Ну давай. В Москве и так купит. Не надо особо афишировать скидки. А, может быть. Кстати, ребят, как вы думаете, кто вообще московскими икеями пользуется? Везде так? Потому что я не помню, мы же зимой снимали, когда на конгресс прилетали в январе. Да. Больше мы в Москве не бывали, полгода уже, даже больше. Всегда так у вас скидки спрятаны? Или это в Химках у них свой такой этот момент зажопства? Новое слово. Нашли очень интересную гардеробную. Сейчас быстренько снимем, потому что много людей вокруг. Смотри, что мне понравилось. Полки лак маленькие, которые по 399 рублей. В летний сейл были вообще по 299. И дешевое зеркало за 120 рублей. И смотри, как классно смотрится. Кстати, магазины для вас лайфхак. Как можно сделать красивую витрину за недорого. Ну смотри, у нас лак стоит полочка 399 да, рублей, по-моему. Да, а зеркало 120. Но оно не одинарное. Или... Одинарное зеркало. Да, это новые зеркала. Очень интересные гардеробные. Вот это прям вот мне понравилось. Ребят, что мы еще очень интересного нашли? Смотрите, письменный стол Ингатор, который стоит 10 тысяч, и к нему, Дима, зачем ты меня попросил сесть, стол откидной стенного крепежа Норберт, 3 тысячи. Смотри, как классно, Дим. Когда нужно шить, да, мы достаем машинку и поднимаем стол. Когда мне шить не нужно, господи, микрофон бы не снести. Я просто делаю вот так, у меня остается маленькая полочка, ну понятно, что машинка куда-то убирается и куча свободного пространства. Швеи очень сильно это отметят, потому что для шитья нужно достаточное количество пространства, поверьте. Ты нам. Это скажешь как ребенок, у которого да. Мама всю жизнь шьет, да? Да, который вырос практически вот швейной машинке. В этих условиях, можно так сказать. Потому что, как я вот своим глазом отмечу, что это очень удобно. Особенно вот уголком, именно уголком. И, кстати, бюджетное решение. Да. Посмотри, по высоте, то есть, соответственно, стол вешается так, как надо. Единственное, видите, да, переход под цвет. Но именно дополнительное рабочее пространство, которое вы всегда можете убрать, это очень ценно. Вот так вот. А еще из ткани Айна, подними, пожалуйста, камеру наверх, можно сделать интересный патчворк. Дима так посмотрел с выражением лица, матом не ругайся. Мы в отделе кровати. Что понравилось, отмечаем в первую очередь. Все маленькие прикроватные тумбы, все комоды, которые относятся к этим тумбочкам, спокойно можно увидеть здесь, сразу примерясь к кровати. Что ответил Дима, фанат цвета? Каждая ячейка подсвечена своим цветом и видно каждую тумбочку. Да, Юль? А почему это я говорю всегда? Потому что чем ярче это показано, тем... больше хочется это купить. Так, народу тьма. Отдельно показывать не будем.
Не, ну вот покажу. Помещение огромное, все кроватки представлены, все разложены, на всех можно посидеть, полежать. Чем народ и пользуется? Кстати, многие интерьеры заняты дремлющими мужчинами, которых жены оставили посидеть. Ходим мы. И нашли мы новинку. А кушетка Нерсон, 15 тысяч. Ничего про нее не знаю, сейчас буду смотреть вместе с вами. Так, вот она наверху. Маленькие ножки наподобие Фрихтена. Ткань дешевая, как у Гернарпа. Прям вот один в один. Какие-то колючки вот здесь торчат. Так. Ну, Татьяна Павловна, я думаю, он заслужит отдельного внимания. И особо сейчас акцент не будем на него ставить. Ну, давай по-быстрому. Да, по-быстренькому. Во-первых, она здесь темновато, не особо. Первое впечатление села, в принципе, неплохо. На кухню можно. Матрас, ну, более-менее стоит 15 тысяч. Цвет светло-серый. Здесь получается большой кроватный ящик. Поднимать эту часть не буду. И вот она сама. Значит, боковулька, ребята, у нее не тоненькая. До конца. Вот, Дим, боковулька я примерно вот метр. Нет, не метр, полтора. Да, с другой стороны. Подушечку берите, пожалуйста. Кстати, из нее можно сделать две. Соединить, получится двухспальная кроватка, и по краям она будет огорожена боковушкой. Ну, я думаю, мы сделаем отдельный обзор на нее. Здесь же? Нет, у себя, когда, ну, когда у нас появится. Появится. Ну, в общем, имейте в виду, что появилась вроде как... Здесь, не пойму, пружина, что ли? А об этом узнаете попозже. Да подождите. Мы в отделе ванной. Света дофига. Но я теперь сравниваю с Самарой. Сами видите все. Представлено, в принципе, все. От бюджета до небюджета. Все по сериям. Расположение, в принципе, интересное. Плюс есть маленькие вот такие островочки. Дим, разверни, пожалуйста, камеру. Вот такие маленькие островочки. Как бы это выглядело в интерьере? Потому что в нижнем только в основном вот такие островочки. Таких вот чуть не хватает. Но переделывают отдел, и, соответственно, все это тоже будет. Да-да. Для меня необычно, Дим, расположен отдел ванны. Ассоциативный ряд в голове требует после ванны отдел хранения. Ну, это мы так привыкли. Да, а здесь потом будет обеденная зона. Ну, полотенца. А где все полотенца? Значит, они где-то отдельно живут. Потому что здесь я полотенец не увидела. Пойдем. А что скажете про стулья рабочие? Про что я про рабочие? Обеденные стулья. Просто до конца не посмотрел. Я думаю, мы подальше пройдем. Слушай, отдел реально большущий. Но по размеру примерно, опять же, с Нино сравнивают. Пойдем покажем. Повернись вот сюда. Каждый стул в таком же кармашке, как мы смотрели предыдущие тумбы, под, ну, для кровати, и с подсветкой. Очень хорошо видно свет. Смотрите. Сложно ли в каждый, ну, не знаю, стеллаж, наверное, да? Ну да, в ячейке. Ставить светодиодную панель. И смотрится очень хорошо. Купить хочется каждый. Смотри, как выглядит ты, смотри, как Теодор с мятным, мой любимый, заиграл. Смотрите, у него даже видно, он издалека, не вблизи, а уже издалека. Все вкрапления. Вот это, да, вот, цвет, а-ля цвет металлик. По автомобильной тематике. И еще преимущество, ну, я не знаю, это, скорее всего, преимущество мегаполиса большого. То, что к нам никто не подходит, нас практически никто не видит. Мы сами по себе, покупатели сами по себе. Это круто, правда, Москва, вот только за этого я вас люблю. Не воспринимают люди, привыкли к камере, им это ни о чем. Не, они видят, да, ребята работают. Все. Все, ну, никто к тебе вот так не лезет, вот так не проходит. Не, вот так вот. А еще вот. Что такое? Ну, это стандартно должно быть. Нет, ну вообще все приклеено. Ну, каждый кей или цепочкой, или приклеить. Правда, не слышу. В общем, мы сейчас, наверное, покажем несколько интерьеров кухонных, да, Дим? Я хочу показать... Это единственный интерьер, который мне понравился изо всех икеи. Почему? Я хочу взять за концепцию вот эти полоски. Прям вообще, таким... огонь не огонь. Я вот ближайший, наверное, свой ремонт буду исполнять в таком стиле. Я посмотрел, это состоит из обычного ДСП панели. Мебель из мебельного щита сделаны. Аккуратно на фабрике, походу, отрезаны под размер. И пролеплен.
потолку. Потолку. Вообще, прям смотрится очень выигрышно. Прям и вот подсветочка стеновая, брашки. И точная подсветка. Ай-яй-яй, очень вкусно. Резюмируем. Вы когда по Икее гуляете, иногда задирайте голову наверх, потому что дизайнеры могут давать вам интересные, бесплатные, оригинальные решения, которые вы можете потом совершенно спокойно применить дома. Пойдем кухонный интерьер показывать? Ну да, мы уже ближе к клиенту подошли, в принципе. Далеко не уходим. А громадный Пойдем. Белый метод. Пойдем. Ребят, концепции как бы прям уделять не будем, просто чтобы у вас было понимание визуала, как это выглядит. На самом деле комната очень большая и классная получилась. Вот, скорее всего, мы так и сделаем, свою кухню соединим с залом. Вот что-то я примерно вот такое вижу, такую картину. Да? Да. Мне понравилось. Вот, так, вот, вот такая кухня мне понравилась. Беленькая и вот с таким полосочком. Я тут сижу песенки пою, пока Дима меняет батарейку. Ребята, смотрите, я вам что нарыла. А нарыла я вам вот что. Нокс-холь зеленый, уже собраны не отдельные элементы, как мы вам показывали в Самаре. В Нижнем его до сих пор еще нет. А именно целиковый кухня. Смотрите, как классно смотрится. Мне просто она понравилась, а Димка покупать не хочет. Идем и видим дежавю. Какое? Вот точно такой же интерьер есть в Икее Казань. Посмотрите обзор, который мы снимали в прошлом году в ноябре. Вот, ребят, прям рубль в рубль, как говорится. Переворачивай камеру сразу. Ну, есть давай здесь? Показывай, что а, так, здесь у нас в сером цвете кухня с острова. Смотри, как интересно, стеклянные двери. Метод Ютис. Остров и сделан именно в виде буфета. Не просто глухие дверцы, а когда нужно подсветить и показать. Еще одна кухня, еще один остров. И, кстати, вот так может выглядеть какой-то ресторан с открытой кухней. Когда и барная стойка, и все перед глазами. А фасады сейчас скажу, какие. Экестат. Вся кухня в них. Смотри, как классно, да, когда целая стена в таких рамочках. Ну, я просто не представляю, если ты в домашних условиях, это явно прям какое-то промышленное такое ресторанное место, где много-много всего наложено. Да почему за это так? Ну, неужели дома столько надо? Не представляю, честно. А вдруг? Ну, не знаю, для меня слишком много. Мы плавно перетекли в отдел с выставки, в отдел кухни непосредственно. И что понравилось? Кухонные фасады. Обратите внимание, вот в Самаре они маленькими кусочками. Здесь полноценные большие фасады. Это смотрится совершенно по-другому. Это видно. То есть ты видишь, как это будет жить у тебя дома. Ребят, еще хотим отметить посудомойки. Помимо того, что стоит просто, да, она стандартная, каждая стоит с полной загрузкой. Понимаешь визуально, сколько посуды ты можешь помыть, примеряясь для своей семьи. Ну и, соответственно, внизу под каждой посудомойкой стоит точно такая же, только полноценная готовая, которую можно открыть, посмотреть, покрутить и повертеть. Ресторан, кстати, вылез просто незаметно, не как-то, да, отдельно. Мы нечаянно в него зашли. Мы прям зашли в него. А народу очень много в плане того, чтобы туда попасть. И всех одноразовые приборы. В Самаре, кстати, полноценно открылся ресторан с нормальными тарелками, с нормальными ложками и вилками. Все верно сказано. Ой, запахи. Пойдем, откушать охота. Ребят, выставка закончилась. Мы спускаемся в маркет-холл, уже в отделы посуды, полотенчиков и прочие дребеденьки. Пойдем смотреть, показывать, но интерьера больше уже не будет. Ну, по лайфхакам все-таки мы мало нашли, да? Да, я и сок так. Топ-топ. Мы в отделе посуды. Это первый отдел, как спускаешься с лесенок. Дима говорит, это похоже с Турции. Да, только в Турции бамбуковые ступеньки. Смотрите, как классно расположены доски. Ну, прям вот руки тянутся, хочется купить. Сразу понимаешь, что там доски. Что мне понравилось, посреди отдела с посудой стоит холодильник, и здесь стоят новые экодельки. Стоит 500 грамм аж 300 рублей, то есть килограмм получается 600 рублей, как цена хорошей говядины. Давай смотреть, сможешь сфокусироваться? Нет, там маленькие будут буковки. Гороховый белок, вода, рапсовое масло, картофель, связующая смесь, рисовая мука, декстроза,
сахар, соль, эмульгатор, гороховый крахмал, гороховый белок, еще один эмульгатор, лук, овсяные отруби, ароматизаторы какие непонятно, грибной концентрат, сушеное яблоко, соль. По КБЖУ смотрим. Жиров 17, углеводов 12, белков 11. Слушай, ну более-менее, конечно, белок неполноценный, потому что гороховый, но для веганов, которые не шибко заморачиваются, чтобы в составе были стабилизаторы и эмульгаторы, пойдет. Единственный ценник, я считаю, для такого продукта дороговат. Почему? Потому что белок гороха самый дешевый, как и соевый. Опять можем еще отметить отличие Москвы от других. Икея, Москва очень тонко может выделить, подчеркнуть определенный предмет. Акценты. Да. Очень вот хитро прям. Вот молодцы ребята. Прям. Кувшины Варданин. 1500. В нижнем он стоит один. И внизу несколько штук. Здесь наверху под цветом они играют. Смотрят совершенно по-другому. Поэтому, ребят, прям реально молодцы. И вот смотри, даже вот бутылочки, давайте отметим. Ну, хоть одно и то же стоит ровно, одинаково. Оно соблюдено гамма. Белое, бирюзовое, с темно-синим. Самый выгодный подчеркивающий ракурс. Да. А я, Дим, что хочу еще отметить. Пойдем сюда обязательно. А так как мы находимся в России, и покупатели у нас разного, да, диапазона, там, как Дима говорит, от пионерки до пенсионерки, никого обидеть не хотим. Не все понимают европейское наименование объема SL, слоты. Пожалуйста, 280 миллилитров, крупно. Вот это мы тоже первый раз наблюдаем. Да, и человек понимает, что именно вот этот предмет 280 миллилитров. И вот так на многих, вот, пожалуйста, фужеры 580 миллилитров. То есть основная масса, где людям, в принципе, априори не ясно, какой это объем, тут все написано. Мы только что встретили подписчиков Натальи Смирновой, которая родом из Дзержинска. Вам привет, а вашему супругу. Было очень приятно пообщаться, да, Дим? Еще раз привет. Теперь уже через экран. Я думаю, вам приятно будет услышать про себя в обзоре. Смотри. Что хочу отметить. Мы в отделе штор и здесь же параллельно подушки. Ребят, подушки Хелви, которые самые бюджетные в Икее, появились еще и в бежевом цвете. Я думаю, мы продажи порвем по ним, да? Давай. Вот теперь ты говори. Я сейчас поменяю батарейки. Дима у меня не мой. Сейчас я поменяю и буду с вами. А тебя не слышно сейчас? Да, батарейки сели. Тебя сейчас не слышно? Он через твой микрофон. Давай. Икея Самара, завидуйте, Икея Москва. Вот как надо исполнять. Как это? Интерьер выставку, по шторам, выставку по шторам, да. Светло, красиво, люди ходят, выбирают. Хочется купить занавесочки сразу, новенькие. Да не то, что выбирают. Ну вообще, реально хочется сразу новых занавесок. Потому что, поймите, текстиль, мы почему придираемся к свету каждый раз? Текстиль — это такая штука, это вообще любая покупка. Она должна быть подсвечена. Почему в автосалонах каждая машина подсвечена? Точечно, ребят, тогда это видно. А когда это полумрак, ощущение какого-то подвала не сильно хочется. В общем, нам понравилось, мы идем дальше. Сейчас мы вообще на подъеме после общения живого с подписчиками. И я думаю, мы придираться больше ни к чему и не будем. Хотим еще отметить выставку рулонных штор. Вы тут можете потрогать руками. И посмотреть глазами. Руками потрогать, можете посмотреть глазами. И все сложится. Вообще это смысл, как я понимаю, Дим, диафильм, потому что у тебя над головой проектор. Вот такой. В принципе, это удобно. Те люди, у которых нет, как у меня, например, визуального такого, да, восприятия, ты сразу видишь, как штора в обрезанном виде будет выглядеть. Мне понравилось. Друзья, что еще понравилось в Химках, и я очень хочу, чтобы в других Икеях это появилось тоже, особенно в нашем Нижнем Новгороде. Смотрите, каким образом расположены подушки. Эргоном отдельно, высокие отдельно, низкие отдельно. И они все подряд друг за другом идут. То есть не надо бегать по выставке, щупать все подушки, понять, какую вам надо. Здесь есть возможность потрогать, да? Приложиться к груди. А потом понять, какую подушку вы хотите купить. Кстати, вот моя, сейчас многие спрашивают, какая моя самая любимая подушка? У меня сейчас вот эта вот Практверт. А, твою сейчас, если она здесь есть. Вот твоя дубовая подушка, Румс Мальва. На ней может спать только Дима, у всех остальных в семье шеи болят. Зато у папы никто не сжимает подушку. Так, ребят, мы нашли новинку, которую не видели нигде, но я что-то пока в легком шоке. Контейнер Самла синий под мрамор. 269 рублей вместо 149 рублей прозрачного. Дима, вот мне кажется, как будто это краской залапали. Оно так и есть. Это сплав был. Как бы
гранула голубого пластика были добавлены в соотношении, может быть, 1 к 10 гранула белого. И получилась такая шляпа. В общем, давайте устроим в комментах, кому нравится, а кто, как и я, считает, что это как будто бы после ремонта недомытый контейнер. Да, очень спорно. Но спорная цена. Цена в два раза дороже, чем у прозрачного. Я считаю, что это несправедливо. Да, я про цвет, я что-то как-то спорного. Но для меня это испачканный контейнер после ремонта. Обычно ты так оставляешь после ремонта. Вот так я оставляю. Дим, 2500 по 1250 за дверку, как считаешь? Дороговато, наверное, да? Да. Иди сюда поближе, смотри. А здесь, в принципе, можно сляпать самому. Здесь получается вот на этих вставочках сетчатая решетка. Ну, зажимы, как у фоторамок. Да, принцип фоторамки. Вот она. Блин, тайна. Ну, дорого, мне кажется. За вот этот вот выпил красивый. Но при этом, смотри, выпил-то не стыкуется между собой. Дырка, и дырка неравномерная. Ну, дырка неравномерная из-за того, что... Стеллаж даже... сверху не стянутый, да? Да, нужно обязательно полку сверху. Поэтому вот так вроде бы сказали. Ну вот, смотрите, да, видите, что-то. Вот такая ровничка. Дороговато. И сейчас ляпну. Я бы поставлял... Жибловато. За идею, да? Возьмите за идею, покажите столеру фотку, либо видео наш кусочек, скрин себе сделайте и прицените, сколько, за сколько вам сделают подобные двери. Петли, петли покажи, пожалуйста, чтобы поняли, какие петли. Обычные стандартные петли. Сам бюджет. Да, пером, не знаю, на сколько выпиливается дырочка. И все благополучно устанавливается. Хотя, смотри, они немножко своеобразные, необычные. А, она куда-то вон туда заходит, да? Да, что-то какое-то крепление волшебное. Ну, в принципе, можно и обычно. А, смотри, каждый торшер, каждый большой светильник стоит отдельно на постаменте. Возле него не навалены коробки, и коробки все за обратной стороной. Ну, то есть выбрать покомфортнее. Ну, это такой, минимальная такая вишенка. А давай покажем, у нас тележка наполняется. Карандашиком добавилось два чемоданчика, которые по 1300, наши любимые чемоданы. Ну, просто один у нас пока. И мы вчера, когда вещи из машины переносили в квартиру, где остановились, поняли, что, да, что нам надо еще. А тем более у нас младшая шестилетка наша Лёка совершенно спокойно справляется с этим чемоданом. И у нас, нам даже 4 можно этих чемоданов заиметь на каждого ребенка. Смотри, какая красота. Прям классно, да, цветочки так выглядят? Какой-то восточный рынок, подвешенные специи сушеные. Или нам просто очень в Стамбул хочется? Пока мы идем плавненько в сторону выхода, кстати, нам сейчас сказали, мы еще с одной подписчицей встретились. Вот, только не успела имя ее спросить. В общем, еще откопала новый кашпо. 499 рублей, чем понравилось? Смотри, прям глянец-глянец обливной красивый. Как его так показать? А, вот, краешки видно. 15 сантиметров диаметр, стоит 500 рублей. И есть маленький, но я что-то его не вижу. Вот он отдельно стоит одиноко. А, нет, он с ценничком. А малыш 250 рублей. Кстати, можно как мини-вазочки использовать. Не только как горшок под цветов. Все. Мы на складе. Склад большой. Смотри, сколько товаров в наличии. Очень похож. На Казань. Да, Казань. Короткий, но плотно набитый. Да, он также выход. Вход. Идентичен, как и Казань. Но по размеру здесь побольше будет. Там видно в твоей камере? Да, и ты нижний ногу. Когда у нас так же будет? Там скажи, пожалуйста. А то у нас стеллажи обычно пустые, нет, ни шиша. А то вон сколько много. И, кстати, мы очень много выходящих из ассортимента товаров нашли с бешеными просто скидками. Поэтому кто в Химках закупается, имейте это в виду. Пойдем в оценку. Да, смотри. А тут я не слышу. У Димы, судя по всему, опять села батарейка. Раз. Ты меня-то слышишь? Так что давай, может, повторишь, может, я не слышу. А как быть? Я не слышу, что будет. Повторить, пожалуйста. С самого начала? Нет, то, что минус.
В общем, у нас заминка по звуку у Димы. Ребят, минус – это вытяжка. Очень слабый приток воздуха, воздуха практически свежего нет, и у меня к концу съемок уже прям физически начала кружиться голова. Я хожу, меня Дима подлавливает. Поэтому если в Химках всегда это, ну как-то, блин, Химки, подумайте что-то по вытяжке, народу реально тяжело. Если это только сегодня в связи с количеством народа, то, ну, значит, мы придираемся. В принципе, в целом, магазин понравился. Локаций много, локации интересные, все, что хотели, мы сняли. Единственное, что некоторые, например, обзоры, которые были запланированы здесь для съемок, мы не сможем сделать по причине того, что безумное количество людей и очень душно. Поэтому мы для себя приняли решение, что какие-то конкретные локации, например, там, ну, определенные серии, линейки, мы снимаем у себя в Нижнем. Спокойно, без народа. Тебя же не слышно. Да, я скажу пару слов, а ты немножко поподробнее. Интерьер темный, посмотрите поподробнее. Интернет, вот интернет. Все, пошли домой. Все, я говорю, мне, когда не хватает воздуха, у меня начинает плохо соображать голова. Локации сами темные, где интерьеры, где, казалось бы, наоборот, подсветка нужна. А масс-маркет классно подсвечен, поэтому, ну, чуть-чуть добавить света, и, в принципе, все. И что хотим еще отметить, к нам никто не подошел, ни охрана, ни маркетинг. Ну, вообще, в принципе, мы его не нашли. Поэтому пошли просто тупо снимать, и все на, как бы так, да, на авось. Все, Химки, мы у вас побывали, про IKEA штамп поставила, мы пошли на кассу со своими покупками. Мы еще две табуретки взяли в подарок. Если меня слышно, всем пока.